Ребят, я предлагаю сейчас, раз мы говорим про детей, про Новый год, вообще про все, про музыку. Музыка в вашей жизни играет огромную роль. Поиграть с вами в нормальную, человеческую, интересную, детскую музыкальную игру, имя которой «Звук снизу». Пожалуйста. Это «Звук снизу» на Первом канале. Евгений Плющенко, Яна Рудковская. Сегодня мы играем в игру, которая очень простая. Сейчас дети будут петь песни на английском языке, которого они не знают. Песни играют исключительно в их наушниках. Вы будете слышать только живой звук. Вам нужно угадать, что за песню поет ребенок. Первая песня, пожалуйста. I can't be rude and look at your face. Looking at the kind of carriage around the bay. Because I can't be good for all this fruit. Feel like the rule is our rule. Because I can't be good for all this fruit. Feel like the rest of the roof. Because I'm happy clapping all this phone, all right. Happy mercy in Рука. Because I'm happy clapping all this phone. Тихо, Женя. Это? Майкл Джексон. Майкл Джексон. Яна? Ну, это точно не Майкл Джексон. А вот Женя. Извини. Да, а я просто Майкл правду в глаза тебе сказал. Это точно, уж знаешь, слава я Богу. Я просто знаю Майкл Джексон. Нет, я понимаю, что значит, когда это точно... Нет, просто мы, знаешь, мы живем в России. Слава Богу. И мы слушаем, конечно же, в основном русскую это музыку. Очевидно. Яна, я музыкальный продюсер. Свою фиаско не надо сейчас вот этим оправдывать. Не, ну почему же? Ну, если это не Майкл Джексон, то это уже хорошо. Если не Майкл Джексон, давай, все, ты выиграл. Действительно, это не Майкл Джексон. Счет 1-0. Послушаем, смотрите. Очень важный вопрос. Жень, повтори вопрос. Кто это? Кто это сейчас? Это ключевой вопрос. Друзья, Фаррелл Уильямс, песня «Happy» из мультфильма про миньоны. 0-1. Яна угадала, что это не Майкл Джексон. Нам нужно, чтобы кто-то победил эту игру. Я напоминаю, что сегодня играет музыкальный продюсер и человек, который всю жизнь танцует под музыку. Поехали, второй раунд. Я сам не знаю, я не слышал, я специально не слушал. I will survive, там что-то было. I will survive. Gloria Gaynor, нет? I will survive, что еще это может быть? А что I это, will кстати? Survive. Подождите. Жень, эта песня про то, как себя чувствует любой человек, который стоит на пьедестале на первом месте с олимпийской медалью. Как он we себя чувствует? Не-не-не-не-не-не-не-не. Это то, что поет у тебя внутри. А как он себя чувствует? Как он себя чувствует? Я вам подсказываю, как он себя чувствует? Happy. Это предыдущий ответ. Uh-huh. Давайте правильный ответ слушать, ребята, все. Даже Жень, ты лучше поешь. Жень, хорошо поешь. Хорошо поешь. Нет, я нет. Счет 1-0. Что это? Жень, как скажешь? Счет 1-1. О. Жень, как скажешь? Вот запомни, как добиваться результата до олимпийских игр. Дотяни, вот так же тоже. А что это? И все. Поехали. Следующая песня. Да.
Да, да, да. Угадай мелодию. Да, 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 да. 1-1. 1-1, я же говорил, Вань. 1-1. Давайте послушаем, может, это неправильно. I will survive, Gloria Gaynor, да. Так, приготовились? Ну все, 1-1, хорошо. Слушайте, я начинаю понимать, что когда вы дома в скрабл играете, то мне кажется, что тут лучше не заходить. Решающий. Ребят, на кону победа сейчас. Вот на кону победа. Ух, поехали. Чувствую, Майкл Джексон сейчас будет. Нажала, у меня не засветилось. Яна? Believe me. Браво! Давайте послушаем, как это происходит до конца. Слова понятны, Ян. Практически русские. Дорогие друзья. Со счетом 19-18 победу одерживает Яна Рудковская. Это была семья Евгения Плющенко и Яна Рудковская. У нас группа «Виагра».